Итак, здоровенькие булы, пацанчики, ну что, прокатимся в Поршачок НФС Порше 2000, ёпта! Помню, как я в 96-м году нарезал здесь круги, знаменитый лазурный берег Кодазур, блин, чуваки, вот это ностальжи, мать твою пощупал, Это самая лучшая НФС за всю историю. Здесь самая лучшая физика за всю историю в НФСах. Офигеннейшая, просто непревзойденная физика. Уровень физики просто зашкаливает, ёпта. Просто такой кайфец, чувачки. Целую всех в пукан. Бут, ёпты, бля. Батя Валет обоссал всех оппонентов. Вот что значит глобал, ёпта. 10 тысяч ммр. Вваливаю соточку по Кодазуру. Сносит корму, но батя Валет. На кабрике, батин кабрик летит. Батя поймал тачку. Тачка хотела уйти в занос, но батя ее поймал. Улыбочку, Так, валит батя. Валим. Да, текстурки здесь, конечно, огонь, мазапака. Освещение, рейтрейсинг, мазапака, А какая текстура асфальта, ёпты, бля, четкость. 8К, ёпта. А вода, смотрите, справа вода какая была. Океанчик, ёпты, бля. Да, вот это кайфец, ёпты, мазафака. Ну, батя, конечно, ботов обоссал. Так, сколько я там, соточку? Не, уже, наверное, 160 валю, просто не видно там. Так сказать, палеозой, спидометр-то палеозой. О, какая архитектура, как в Assassin's Creed последнем. Ёпта, ящики, пизда ящиком, на нахуй, вот это физика, да, вот это физика, мать твою, пощупал. А, разлетелись, смотри, деревья какие, смотрите, сверху деревья, ёпты, бля, как в кризисе прям. Даже лучше, ёпта, ну, конечно, да, огонь, игра просто. На кончиках пальцев, ёпта, на одном дыхании проходится. А какие перепады высоты, ёпта, сейчас уж так не делают, ёпта. А раньше, конечно, делал, да, графон. Да, чуваки, невероятные. Главное, этот чувак даже руль крутит, не во всех играх так сделано, ёпта. Есть вид из кабины, вот такой вид, но это не из кабины, и вот такой вид из кабины. Ну, тут, конечно, да, ёпта, полная фотореалистичность. Руль круглый, ёпта. Все кнопочки проработаны, ёпта. Как будто на барже. Смотрите, Аврора, ёпты, справа. Вообще рукой, смотрите, как он подрочил. Да, детализация салона поражает воображение. Это вам не драйвер клаб, ёпта. Так. 3, 2, 1, старт. 3, 2, 1, старт. Ты чё, долбоёб? Старт уже был полчаса назад. Улыбочку, ёпты, бля. Так, валим. Да, ну игра, конечно, пипец. Просто пипец. Это вам не пейбак, на который у бати нет денег. Это все посерьезней, мазпака. Улыбочку. Батя вписывается в поворот. Идеально. Да, деревья, конечно, ого. Да, графон, ёпта, бля. Ну, батя, ну просто валилова, ёпта. Все. GG. На 5 километров уехал. Вы на первом месте. Да ладно, ты чё, серьезно, что ли? Вы выиграли гонку. Да пошел ты. Вы можете принять участие в следующей гонке. Во, батя начинает валить, смотрите. Бля, ёпта. 2 секунды до сотки, разгон.
Полный фарш тюнинг. Аж колесо кривое, ёпта. Восьмерка, смотрите, колесо переднее. Да и заднее тоже. Бате похер, хоть переднее, хоть заднее. Так, батя валит. Батя боком дрифтит, дрифтит, смотрите, ёпта. Это вам не Булкин, мазафака. Тут все серьезнее. В тоннель батя входит. Ой, 200 в час, ебать, на этом старье еду. А за мной лузерки, ёпта. Смотрите, детализация, как, а фары, как настоящие прям. И главное, на номерном знаке написано УАНОМАС, ёпта. Ведро как просто валит, ёпта. Вам не ВАЗ-21. О, тут самый-самый красивый кадр вообще во всей игре. Да, невероятно, невероятно. Пошла помидорка. Скорость теряется, ёпта. Так, тут серия пике прохожу. Ой, ёпта, мазафака, да, графон, конечно, так не делает. Вон 70 ограничений, а батя тут 170 вальт. Ой, с заносом просто, на, ёпта. Просто только и слышали визг шин, это батя пронесся. Чайки скорчат, ёпта, в такт батя. Ну, батя разогнал свое ведро, ёпта. Как-никак ядерный двигатель у бати, ёпта. 800 тысяч лошадиных сил. Так. Тут просто за секунду пролетел, ёпта. Ну, смотри, ну, батя, ну, красавчик. Это же Фантомас. Через 5 минут вас посетит Фантомас. Да уж, батя, конечно, ездок. О боже, какие красивые виды. И батя просто пронесся на паршачке своем. Смотри, батя сносит. На, ящики разъебал, ну красавчик. Да, батя может. Игра моей молодости, ёпта. Тогда не каждый крестьянин мог себе позволить такую игру играть, а если точнее, то только избранные могли позволить такую игру играть. И батя был избранным. Да батя и остался избранным, ёпта. Ну, батя, ну дрифтун не по годам, ёпта. Задняя ось носится постоянно, ёпта. На инвалидной колясочке, видите, как вальт. Ага, смотри, ну красота. Ёпты, бля. Маяк, смотрите, маяк. Акопяна маяк. Ну, батя, на фоне маяка, ёпта. Да, конечно, да. Вот и да, Аврора, смотрите, Аврора. Или Петр Кузнецов. Почему дымит Петр Кузнецов? Ну, батя, ну, валил его, организовал. А если дать нормальный Porsche современный, батя, там минимум 800 в час будет батя валить. И как подруливает колесиками. Ну, красавчик. Да. Ну, батя, ну, конечно, могет. Ну, батя, ну... А тени какие? Тени. Soft Shadows. 4 сэмпла, ёпты. Да, ну вот такая гоночка была, ёпта. Оставайтесь с нами. Лайк, репост. Обязательно лайк, репост. Смотрите мои видео по моделькам, по Е92. Вот, батя наказует крестьянам. Так сказать, заповеди крестьянам. Покедовый, ёпты.